Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джана Самаюктам Бинда Ванам Манухарам Ванша Калпатару Вашики Басинду Бхавича Патитанам Павуни Бхавишна Вибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайта Гирим Джатки Патам Ханганди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кешава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттуи Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасатин Вясам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрашу Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетхаспадам Сива Виринчанутам Сараньям Виттатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Биспуриджита Кимапика Бабадушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сара Мурти Сарадхикамай Кадакифам Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджану Ламбита Бхуджау Канака Бодату Шанкиртанай Капитару Камала Ятакшу Вишамбару Диджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Бхуктинча Муктинча Тада Синитам Бхавану Рупе Насада Наданам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джоша Бхадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Джасьясте Хидая Самбит Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе.
Jisham Saisha Bhagavan Dayaid Ananto Sarvatmana Srita Padam Jadinir Valikam Te Dustaram Atitaranti Chadeva Mayam No Mamahomitudhi Shasigal Bhakshe Jisham Saisha Bhagavan Dayaid Ananto Sarvatmana Srita Padam Jadinir Valikam Te Dustaram Atitaranti Chadeva Mayam No mamahumiti dhi sa sigal bhakshe. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru told that we teeny soul. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что мы, малые души, никогда не можем соприкоснуться с Анантадевом, с бесконечностью. И вот Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Парамхамса Джагадгуру сказал, что мы малые души. Как мы можем обрести связь с бесконечностью с Анантадевом? Это невозможно. Обусловленная душа так или иначе не может обрести связь с этим Анантадевом. Он Ананта, он бесконечен. Мы ничтожно малы. И в этом состоянии, как мы можем обрести связь с Бхагаваном? Не. Что же делать? И единственный путь — это принять прибежище у Шабда Брахман, у Гуру и Вайшнавов, поскольку откуда Шабда Брахма может прийти? Она может прийти через Гуру и Вайшнавов и принять прибежище у Гуру и Вайшнавов, это значит не отлично от того, чтобы принять прибежище у трансцендентного звука. И тогда мы сможем обрести связь с Бхагаваном. Это единственный путь, и поэтому Бхагаван оставляет за собой право. Явиться посредством звука. Даже вот можно посмотреть, маленькие дети, когда они еще не видят, и другие органы чувств уже не развиты, но слух у них развит, они могут слышать звуки, и это сделано по воле Бхагавана с помощью трансцендентного звука Прагрита Шабда Брахмы, с помощью Гуру Вайшнавов мы можем обрести связь с Анантадевом, и поэтому Бхагаван Анантадев является в этом материальном мире в форме Гуру и Вайшнавов. Наш Гуру Падма или ваш, все садгуру, они явились, произошли с лотосных стоп Нитинанды, Баларама, все, кто является садгуру, подлинными гуру, все они изошли с лотосных стоп Нитинанды. Или можно сказать, что сам Нитинанда явился в форме Гуру Вайшнавов, чтобы помочь нам и спасти нас. Поскольку обусловленная душа Бхагаван Шри Кришна, если вы будете молиться Бхагавану Шри Кришне, то достигнет ли наша молитва его стоп? Будучи в обусловленном состоянии, если мы молимся Кришне, то не приняв прибежище у подлинного гуру, наша молитва в обусловленном состоянии не может достичь лотосных стоп Шри Кришны. Но Кришна знает, что Кришна может узнать о нашей молитве через гуру и Вайшнавов. Кришна занят своими трансцендентными лилами. У Кришны нет времени уделять внимание нам. Кришна, он всегда занят во Вриндаване. Он наслаждается там. Кришна всегда занят различными деяниями. Кришна всегда он в таком игривом настроении, поэтому Баларам, он берет на себя эту ответственность. Баларам — это первое.
экспансия Кришны, Гауранги Махапрабху, Нитянанда. Много раз я говорил, и поэтому это обещание Нитянанда. Он обещает нам, что он поможет нам пересечь этот материальный мир. Нам не нужно ни о чем беспокоиться, он с нами. Через Гуру Вайшнавов он поможет нам пересечь этот материальный мир. На самом деле, Джива Госвами Пад пишет в Сандарбхе, что у Кришны нет времени. И кто-то задал вопрос, что Кришна, он трансцендентен, и Гуру Вайшнавы, они также трансцендентны. Если Кришна не может уделить нам внимание, то как Гуру Вайшнавы могут, если они на том же уровне, где и Кришна? И вот если мы будем молиться Гуру Вайшнавам о помощи или Гуру Варге, то Гуру Варга, она передаст наше послание Кришне. У них есть связь с ним, а у нас нет. И в этом случае наша молитва может достичь Кришны через Гуру Вайшнав. Через них. Если мой Гуру Падма, у него нет вечной сварупы, вечной даме, то нельзя сказать, что он Сидда Махатма. Шрила Прабхупад говорит так. Если наш Гуру Падма, у него нет вечной сварупы, вечной даме, то нельзя сказать, что он Сидда Махатма. Даже Садан Сидда, когда они совершают баджаны, становятся ситхой, они обнаруживают свою сварупу там. Если мы примем такого гуру, у которого нет вечной сварупы, то мы не сможем достичь ничего стоящего, значимого. А обусловленная душа не может спасти другую обусловленную душу. Это не вопрос споров, это естественные вещи. Если кто-то умеет плавать, то он может спасти кого-то, кто-то не дает. Если сам человек не может, не умеет плавать, как он спасет утопающего? Скорее всего, они оба утонут. Поскольку тонущие обычно хватаются за соломинку. И вот, ну, в общем, за все, что рядом проплывает. И Прохлад Махарадж также говорит вот такие слова. Одна обусловленная душа не может спасти другую обусловленную душу. И вот нам нужно самосознавшая себя душа Сидда Сварупа. Мы должны от Гуру Падмы получить такую помощь. Он может нас вытащить из океана Майи. Можно видеть, некоторые люди, они страдают от этого материального мира. И вот я однажды рассказал Гурудеву о своих страданиях, кто-то рассмеялся, и после этого все мои проблемы и страдания, они ушли. Иногда случается, что какой-то брахмачари чувствует влечение, ну, или какой-то и вот какой-то саньяси. Ну, брахмачари, там саньяси стал, но все равно слишком чувствует большое влечение к какой-то женщине. И вот он пошел в комнату Гуру Махараджа и рассказал Гуру Махараджу свое состояние, что не знаю почему, но чувствую влечение вот к этой женщине, спасите меня.
И Гуру Махарадж послушал, помолился Бхагавану, и с тех пор его влечение ушло. Если вы не верите мне, вы можете попробовать в своей жизни, можете намолиться Туласи, куда бы вы ни шли, совершали баджан где-то, не думайте, что это просто дерево. Туласи — это не просто дерево. Нужно пытаться видеть Вриндадеви Туласи внутри этого деревца Туласи. Когда повторяете Харинам, можно очень благоприятно повторять Харинам рядом с Туласи. И это поможет вам в вашем баджане. Или когда какие-то проблемы возникают, вы, или хотите что-то сделать, какие-то проблемы в процессе возникают, можно молиться Туласи, это очень благоприятно. Whenever you sit in your bhajan, you do eight parikram, everything, you water and then sit. Keep Vrindadevi or Guru Varga in front of you, Nityananda Guru, this picture, and sit. Еще, когда вы повторяете Харинам, благоприятно созерцать Панчататву и изображение наших Гуру Варги. И когда повторяете Харинам, то тоже хорошо думать о Шиле Прабхупаде, о нашей Гуру Варге и созерцать храм Йога-Питха Шри Мандира или Джагнат Мандира, а думать о Вриндаване не столь благоприятно, и тогда ваш ум в процессе воспевания Харинама будет думать о каких-то трансцендентных вещах, и это поможет вам. И поэтому, когда мы молимся Гурупад Падме, то наша молитва может достичь Кришны. Непосредственно мы сами не можем молиться Кришне, но мы можем, но Кришна эта молитва не достигает. И вот, что бы мы ни видели или видели в этом материальном мире, это зовется Вишварупа, вселенская форма, все эти облака, небеса, солнце, луна и все прочее, земля, это все Вишварупа, вселенская форма. И вот эта вся вселенская форма Господа, и мы не должны слишком привлекаться или отвлекаться на какие-то мелочи. Мы должны видеть это все, ну, весь этот мир, как Вишварупу, как вселенскую форму Господа. И вот в этой жизни нам не обязательно ждать следующих жизней. В этой жизни, если мы достаточно решим, то мы можем пересечь этот материальный мир, избавиться от материальной обусловленности и начать настоящий Кришна-баджан. Мы можем уже в этой жизни. И в киртанах тоже говорится об этом. И вот здесь говорится, что по молитве Гуру и Вайшнав Кришна может уделить внимание нам. И может пролить на нас свои милости. Вот. В этом киртане, на этом такура тоже подобные слова. А до этого что говорилось? Вот это.
Бишай чарья кови шутто хаве мо, кови хам хето боси. Then what is the meaning? What is the inner meaning? You try to understand. When Nityananda can bestow it on me, когда Нитянанда, он и все, все мы должны видеть в связи с Кришна Бхаджаном. Бишай чарья кови шутто хаве мо. Натумадагур writing, when all anartha can go away, anartha means matter, all can go away, then my mind can become pure enough. When I can discover my mind is pure enough. И когда мы обнаружим, что наш ум достаточно очистился, чтобы увидеть Вриндаван, сейчас лучше созерцать Йога-Пидх. И все, что мы видим в этом материальном мире, все это проявление Нитянанды Вишвараупы, вселенская форма Господа. Даже в трансцендентном мире все, что мы можем видеть там, когда мы достигнем его в какой-то день, мы также, это тоже все проявление Нитянанды. Все. And those gopikas direct from Radharani. There is a condition. So Nityananda Prabhu. И вот Нитянанда Прабху, он служит Бхагавану Шри Кришне бесконечными способами. Мы даже не можем их пересчитать. How many ways that you are idiot number one? Infinity. Many ways is inconceivable. Our teeny brain. Many. With respect to this infinity world. Относительно этого то есть, если посмотреть на себя в сравнении с этим бесконечным миром, мы очень, очень малы относительно этой всей Вселенной. И вот, чтобы избавиться от ложного эго, ложной гордости, Нитянанда он очень милостив. Чтобы обрести его милость, нужно избавиться от ложного эго. Not taking total center, only learning club fighting. Still Balaram Ji Maharaj having so a Дурьотхан, ну, как бы от Нитянады научился только борьбе на булавах, маханием этими булавами, но все же. Баларам заступился за него. Кришна speaking, his whole life is full of activities, sinful activities. You are going to, and save him? И вот Дурьотхан,
в общем, Бхагаваните надо настолько милостив, что даже помогает самым падшим душам. И вот смотрите на Джагай Матхая, как они могли получить милость, кто мог бы даровать им свою милость. Они были грешниками, совершали все виды грехов, даже словно пересчитать, сколько оскорблений и греховных действий они совершили. By the prayer of Nityananda, Jagai Mother was saved. And with this Jagai Mother, after... И вот по милости Нитянанды Джагай Матхаи были спасены. И Гауранга, он... И вот после того, как они обрели милость Нитянанды, то даже Махапрабху был готов танцевать с ними. И не только это, Гуранга Махапрабху говорит, что они стали вайшнавами, и поэтому никто не должен вспоминать их предыдущую жизнь. Все, что они делали раньше, это осталось в прошлом. Если Нитянанда спас Джагай Матхая, то разве он не сможет спасти вас? И те, кто говорит неправильный сиддханту, они не знают о милости Нитянанды. Читание Бхагавати мы находим историю какие-то. Разбойники пришли, чтобы украсть украшения у Нитянанды, которые были на нем. И вот ночью пришли они с саблями, с ножами. И вот Нитянанда спал в Нандачаре Бхаване. И ночью разбойники пришли. So nice lila, Balla lila, Gauranga. Follow. He is going to. They are waiting. But when they go, they thought Avadhu is вот, you know, они пришли, посмотрели какой-то Вадхут нищий. Но потом подошли поближе, увидели, что Вадхут спит. И И смотрят на него, через эти, стоят его эти стражники. Они подумали, как это, никогда не видели, вроде Вадхут один спит, мы хотели просто зайти и украсть украшения. Тут охрана у него. И что же делать? В общем, они так и не смогли ничего украсть. И так или иначе, они были потом спасены Нитянанды в дальнейшем. И это такова милость Нитянанды Прабху. По сути, Шри Чайтанья Бхагаватам здесь. Поэтому Бхактивинода Тхакур хотел сказать, что сейчас не нужно вам изучать Чайтанья Чайтамриту. Шрила Бхактивинода Тхакур дает такой совет, что лучше изучать читание Бхагавата, не читание Чайтамриту, поскольку оно очень возвышено. Даже Рагануга Баджан, Рупануга Баджан, все здесь описывается, насколько только сокровенные вещи. Но не все это понимают. И вот Бхактивинода Тхакура говорит.
Лучше изучить, читать Чайтанья Бхагавату каждый день. Не через день, не раз в неделю, а лучше, чтобы спасти себя. Мы должны изучать Чайтанья Бхагавату, читать Чайтанья Бхагавату каждый день, хотя бы по странице, и вы увидите улучшение в вашем бхаджане. И вот я говорю о различных видах служения Кришны. У него ничего нет, кроме воли. Все остальное делает Нитьянанда Баларам. Только воля, она за Кришны. А вся дхамма и все, что есть, трон, на котором сидит Кришна, его корона, священный шнур, его обувь и все остальное, вся дхамма, это все проявление Баларама. Кришна единственное, что у него есть, это его воля, а все остальное делает Баларам, хотя разницы между Кришной и Баларамой нету, но вот есть такая разница. Баларам – это Севак Виграха и Севи Виграха. Только про Нитьянанду и Баларама можно сказать так, что не только объект поклонения, также тот, кто служит Бхагавану. Он первое проявление, не отличное от Кришны. Баларам, он Севак Виграха. Как Севья, так и Севак Виграха. И поэтому Баларам Нитьянанда, у него есть право совершать раса-лилу и может даже носить перо павлина. И вот последний раз Чайтанья Бхагавату мы обсуждали в июле, и сейчас продолжаем. И вот в 2002 году какой-то Сахаджи, занимающий пост Ачарья, написал какую-то книжку, что в общем, он написал, что Баладев пошел утешить гопи Кришны и начал с ними танцевать. Это как бы Апасиданта, такого не бывает, поскольку Баларам, он танцует со своими гопи, а не с Кришнинами. И вот, к сожалению, такие люди иногда занимают посты Ачарьи,
Но сейчас даже таких простых вещей не понимают. Я пытался как-то донести, что не прав, что нужно подумать, пересмотреть. Ну, тут приводится такой пример, если у вас брат женился, то вы как бы можете уважительно относиться к его жене, но спать с ней как-то нехорошо считается. Вот, и тогда ачарья даже таких простых вещей не понимает. И вот не только этот ачарья, но еще известный индийский писатель, много книг написал. И вот он тоже неправильно пишет. Тоже пишет, что Баларам Расы не бывает, хотя Вриндаван Дастакура описывает эту Баларам Расу с ее особенностями. Шрила Прабхупад говорит, даже Баларам, он Баладев, он избегает даже место Расастхали Кришны, это далеко, в другом месте я был, в том месте, где Баладев проводит свою Расалилу. Там множество змей. И вот там, божество Баларама, которое было в воде, оно явилось кому-то, они, в общем, его вытащили из воды, и вот Враджаваси предложили мне поклоняться ему. И вот я достаточно удачливо в своем баджане пытаюсь что-то делать, и даже я мог говорить харикатху в Чайтанья-матхе, где никому не разрешают. Но потом, конечно, из-за того, что Махарадж любит говорить правду, его выгнали оттуда. И вот Махарадж предсказывает, что после его смерти, или через 20, или быстрее, поймут, что я говорил, ну, те, кто избегают его сейчас, из-за своего ложного эго, потом поймут, что Махарадж был прав. It is written. In different kind of murti.
И вот в различных мурти Вриндаванда Стаку Махасой пишет, и вот сам Господь принял форму слуги. И кто Радхарани, она тоже в какой-то степени Кришна Саеваса. Только чтобы явить такую лилу, Кришна явился в форме Радхарани. И вот когда мы осознаем трансцендентную татву Гопи, я имею в виду, когда тот день, когда мы осознаем трансцендентную татву, трансцендентные камы, когда мы пойдем, поймем разницу между трансцендентной камой и материальной, то тогда мы получим буквально зеленый свет на пути нашего бхаджана. И мы должны ждать этот день, когда зеленый свет будет на нашем пути бхаджана, поскольку весь этот материальный мир, он полон вожделения. Из-за вожделения эта цивилизация развивается, вся эта деятельность, занятость, все это происходит из-за вожделения. Это карма, ягья. Не только во всем мире, во всех вселенных, все, что происходит, все это все вдохновлено вожделением. Это вожделение карма, вожделение тут не совсем такое точное слово, как-то вот карма или как-то, не знаю, как сказать, но, в общем, то, что вдохновляет нас или заставляет делать что-то. Полубоги, у них тоже есть карма, но в такой более тонкой форме. И вот в этой всей вселенной все, что вся карма, вся деятельность, которая происходит, все это благодаря карме той или иной. Ну, карма тут не совсем плохое слово. Ну, в общем, то, что вдохновляет, заставляет нас делать что-то. Кришна очень просто не говорит, что нужно что-то делать, нужно просто пойти к нему во Вриндаван и играть с ним. И вот трансцендентный мир, все, что происходит там, во Вриндаване, это тоже кама, но это трансцендентная кама в Брахма-самхите. Да, в прошлой неделе я говорил, что Кама-гайтри, объяснение Кама-гайтри. Вот Махарадж очень объяснит Кама-гайтри в дальнейшем, какова форма Кришны. И вот в общем, трансцендентный мир, он движется благодаря трансцендентной каме, а материальной благодаря материальной. И вот когда Нарайана Риши совершали аскезы в Гималаях и сейчас совершают, то Индра Махарадж подумал,
что он может потерять свое положение из-за их аскез, они могут занять его место. И вот он отправил каких-то полу этих, ну, как там, танцовщиц, апсар, чтобы они, чтобы соблазнить Наранарайну, и чтобы они отвлеклись от своего баджана, и таким образом место Индры сохранилось. В итоге что случилось? Наранарайна — это был сам Бхагаван, а не какие-то обычные практикующие. И ну, в общем, неуспешно это было. И Индра также хотел с помощью материального вожделения как-то отвлечь их, как-то помешать их аскезам. Только те, кто преданы, преданы великим душам, великим преданным, и вот перед Ваманой Госвами Махараджа никакая майя не могла находиться. Или перед Шрила Бхакти Валабхатхита Госвами Махараджем никакая майя, или перед другими великими вайшнавами никакая майя не могла помешать им. Вот Махарадж написал книгу «В поисках места паломничества». Тиртха, значит, место паломничества. И вот я написал книгу лет 15 назад. И вот, в России, ну вот Шрила Бхакти Валабхатхита Госвами Махарадж, его пригласили в Россию, там учеников не так много было, и вот одна женщина пришла на лекцию к нему, такому, в таком полуголом виде, ну, жарко, потому что, и посмотрела на него Махарадж, как ребенок. Пятилетний. Он посмотрел ей в глаза, и вот и она почувствовала себя неудобно, и быстро вышла. И вот так еще одна мать одного преданного. И вот он хотел как-то свою мать пригласить на даршан к Шриле Бхакти Валабхатхита Госвами Махараджа. Somehow that time there was no so much restriction. That time so much restriction. There was no restriction with Bhakti Maharaj, no restriction with Tito Maharaj, no restriction. Later on, they wanted to prove that we are big big monkey serving Maharaj. So they wanted to. Ну, в то время было проще прийти на даршан Гуру Махараджу или Бхарати Махараджу или еще кому-то, не было там севаков, которые никого не пускают, не больше 10 минут там, и все остальное пытаются как-то ограничить. And you wrote so many things, and I doubt all writings not approved by Tito Maharaj and my Bharti Maharaj. I'm 100% sure, all writings. I know I'm speaking this way,
they can complain. That's why I'm speaking, so that they can complain, I can give answer. I can mark here so many writings, I am 100% sure it was not approved by Bharati Maharaj. Ну, Махарадж говорит, что написали какую-то книгу о статьях и воспоминаниях Бхакти Вигьян Бхарати Махараджа, но Махарадж более чем уверен, что большая часть Бхарати Махараджа этого никогда не думал, не говорил, так и не писал. Просто добавили, чтобы одобрить каких-то сахаджи, и под его именем написали какие-то хвалебные письма каким-то таким нехорошим людям. Вот я читаю, удивляюсь. Бхарати Махараджа знаю уже лет 30, если не больше, никогда он такого не думал, не говорил и не высказывал. Нужно какие-то доказательства за звукозаписи хотя бы, или его там, рукописи. И вот когда эта мать этого преданного пришла на даршан к Шиле Бхакти Валабхи Чарити Госвами Махараджу, то она, эта мать этого преданного никогда в жизни не видела никаких саду. И вот она посмотрела на него и начала плакать. Автоматически Махарадж ничего не сказал. Даже не успел поздороваться, но она английского не понимала. Она не знала почему, но начала плакать, как сумасшедшая. И вот мы должны понять, что даршан чистого преданного, он, несомненно, как-то влияет на нас. Если вы примите омовение в Ганге, вы очиститесь. Но если вы посмотрите, ну, через процессе какого-то времени, а если посмотреть на Вайшнава, то даршан Вайшнава, он сразу очистит нас. Но в форме слез все эти наши плохие эти буквально грехи уходят. Что если мы видим чисто Вайшнава и плачем, то это очень хороший признак. И вот в различных формах Баларам Нитьянанда служит Бхагавану. В форме Апахала, ну, Баларам он служит Кришне всеми способами, всеми возможными, даже в качестве Апахала. В некоторых храмах во Вриндаване электричество запрещено там. Они омахивают Апахалом или как-то. Махарадж перечисляет, чем, как проявляется Баларам для служения Кришне, но если общее сказать, то всем. Все, что можно и нельзя представить, это проявление Баларама. Daytime we never saw. And
И вот однажды кто-то пожаловался Махапрабху, почему Нитянанда носит дорогие украшения. И Махапрабху сказал, что это не украшение, а это девятисложные бхакти в форме украшений. Ну, хотя Нитянанда Вадхут, ему, по идее, попроще нужно одеваться. Но этот Махапрабху пошутил, что это просто украшение в форме. Они олицетворяют собой девятисложное бхакти. И кто же может понять славу Нитянанды? Даже Бхагаван Шри Кришна не может написать все славы Нитянанды. И вот 45-я шлока. И вот Кришна принимает форму Нитянанды, это его первая экспансия, и он служит таким образом. Кто может понять, осознать, тот, кто может понять Баладев Татву. Он может обрести вечное служение Нитянанде. Как я могу привести пример с Рагхунатх Дас Госвами? Его бесчисленные попытки уйти из дома не были успешными. Его ловили, возвращали, и как-то не удавалось. А охранников наняли, чтобы следили за ним, чтобы никуда не уходил. Но когда, и даже он отправился встретиться с Гаурангой Махапрабху перед тем, как встретиться с Нитянандой, но Гауранга сказал, отругал его, сказал, что возвращайся назад домой, и дал ему какие-то наставления, что нужно успокоиться, не быть сумасшедшим, вернуться домой, жить нормальной жизнью. И вскоре у тебя появится возможность пересечь этот материальный океан. Махапрабху сказал Рагхунатх Дас Госвамию. И Махапрабху сказал, что не нужно выражать обезьяне отречение на показ, отрекаться от всего, нужно свое отречение сохранить внутри и пытаться. Принимать то, что нужно для защиты своего тела и духа. Нужно есть, чтобы не помереть с голоду, там, и одеваться как-то, лечиться, если надо. Ну, так жить как бы такой нормальной жизнью, не быть как обезьяна. Обезьяны, они очень хитры, делают вид, что они великие саду. А
если что-то съедобное несете с собой, они прыгают и хватают, и очки воруют. Потом пытаются выторговать эти очки за что-то более съедобное. Причем надо дать столько, чтобы у него ни рук, ни ног, ни рта свободного не осталось. Иначе очки она берется в свои руки, ноги и не отдает. И вот Махапрабху приводит такой пример. Обезьяны обычно очень отреченные, ну, показывают. Но эти обезьяны, они... У них огромное вожделение, они очень вожделенные, хотя внешне сложно это сказать. И вот в итоге, когда он пришел к Нитянанде, Нитянанда и вот Рагунат, когда пришел к Нитянанде, и вот он сказал, наконец-то ты пришел ко мне, я накажу тебя сегодня. Ты не приходил ко мне так долго, Гуру Махарадж тоже шутил со мной. Howl my head. So much chancha, I go and pay Dandavada, get up. And when I get up, the bed step, howl my head. Guru Maharaj speaking that you are getting some, you know, pain, is it implies that you, it is your success. In Bengali, English people, they don't know. Mostoke bada karjo siddhi jodina pare ha. Bengali, you don't know. Mostoke bada. If you are going some, you know, somehow you are getting some pain. And if you are not going to put your, if you are not speaking, then you can get success. If you put hand, no. Guru Maharaj used to joke. Guru Maharaj used to joke this way. With Guru Maharaj шутил. You are getting some pain in your head. If you are not going to put your hair, hand in your head, вот я не понял. Ну, шутка какая-то бенгальская, сложная для перевода. И вот Нитянанда Баларам, они поставили свои стопы на голову Рагунатхи. Это была их милость. И они сказали, что ты должен также накормить всех вайшнавов. Но тут в качестве наказания он должен был накормить всех вайшнавов, и он был очень рад это делать. И сказал, что могу делать это гораздо чаще. И вот Рагунатха дас Госвами, он таким образом был наказан, и Нитянанда пообещал, что хорошо. Перед Нитянандой Рагунатха дас Госвами молился, что я пытаюсь избавиться, ну, уйти из дома, но не получается. Нитянанда сказал, что в этот раз ты сможешь. Иди в Пури, в Нилачал там, и Гауранга Махапрабху даст тебе служение. Он при Нитянанда, он предсказал все это. И вот когда Сугрив хотел достичь Рамачандра, он Бали его побил. И вот он спросил, как человек же ты принял прибежище моих стоп? Что нужно было сначала принять прибежище Лакшмана, и потом Рама мог бы защитить его и такого в путь. Такова процедура. И вот все мы
В этом бесконечном мире даже Бхагаван Шри Кришна, он выражает благодарность лотосным стопам Анантадева, Нитянанды, кто он и кто мы, очень малые существа. Даже если наша душа уйдет из тела, то кто это заметит? Она, душа, она очень мала, даже меньше пылинки. И таким образом говорится, даже Гуру Бхагаван, он исходит из Анантадева. Гуру Бхагаван летает на Гаруде. Гаруда, он очень быстро, он летает быстрее, чем скорость мысли. Раньше теория Ньютона в моем моде была, потом что-то отказались от нее. Но суть в том, что то, что мы изучили от по милости Гурупадпадмы и силы Прабхупады, это все вечно и совершенно. Анантадев, он поклоняемый объект для всех, даже для Брахмы, Шивы, Шанакади, Риши, Вьясы, Шуки, кого нет, даже Кришны. И поэтому Гуранга Махапрабху хотел организовать Вьясапуджу, хотя особую Вьясапуджу, чтобы выразить почтение Вьясадеве Нитянанде. Вьясадева, он изошел из Нитянанды, и вот Гуранга Махапрабху хотел показать нам этот великий Сиддханту, поклонение Вьясадеву. И с тех пор эта особая Вьясапуджа продолжается. Вьясапуджа, конечно, описывается в шастрах, но это была особая Вьясапуджа. И вот Анантадев, он поклоняемый объект для всех. И вот здесь тысячелики. Что значит здесь слово тысячелики? Это не значит, что тысяча лиц у него. Вот в этом гимне Сахасра не значит тысяча, если такое. А по факту это тысяча значит много, то есть буквально бесконечность. Наш комментатор, он уточняет, что здесь вот тысячелики, значит, он не ограничен тысячей, а ликов у него больше, бесконечно. It implies infinity.
Поскольку Анантадева, мы не можем ожидать, что Анантадева — тысяча лиц, все Ананта. И как Анантадева нельзя ограничивать тысячу лицами, их бесконечно. Это значит, это слово сахасра, то, что их много, бесконечное число. И в Гите также. И все, кто нет, даже Кришна, он поклоняется Балараму. Адидев значит... Balaram going to worship by Nagarkanna everybody. Demisel they are worshiping. Their slokas are there, you can find. Adideva. Adideva mean? Adideva значит. Whenever we say, когда бы мы ни говорили, whenever you say, this material world is created, что этот материальный мир создан, этот мир как бы создан. Но по сути он тоже с незапамятных времен, или трансцендентный мир. Он тоже снова Нитянанды, но это не значит, что вчера или когда-то давно. Это такая концепция, такое представление, что ну, трансцендентный мир, духовный мир существует с незапамятных времен. Нельзя найти ни начала, ни конца. Он безначальный и бесконечный. Просто чтобы дать нам какое-то понимание. Ну, поскольку это на материальном языке, в материальном мире эти термины приводятся, они как-то оскверняются материей, поэтому сложно выразить. И мы также находимся в материальном мире с материальным умом и материальным представлением обо всем. И мы, руководствуясь своим опытом, пытаемся сравнить с тем, что мы видели и ощущали раньше. Но за пределы нашего материального опыта нельзя выйти. И поэтому все, что и вот все, что в нашем уме, оно все материальное. И вот Ясадев, Шукадев, они приводят какие-то примеры, что делать. Можем сказать примерно. Трансцендентные вещи не могут быть объяснены материальными словами или материальной философией. Можно сказать о Пракрита Гурудев. Но Гурудев не говорит о материальных вещах, он говорит трансцендентные, но у нас не всегда есть возможность принять, понять, осознать все это трансцендентное. И вот, то есть это говорится как-то примерно, чтобы дать нам какое-то общее представление, как подобно слово, ну что не значит, что подобное не значит, оно точно такое же, оно просто похоже. То есть, если одно похоже на другое, да не значит, что это то же самое. Conception can stand when my mind
running towards one particular objective and not one unique and absolute objective, then we can say it is actual yoga. Йога что такое? Когда мы стремимся к чему-то одному. Йога, она до слова применима к Баларама, поскольку если посмотреть на нее, можно заметить, что Кришна везде в нем пребывает. Как Радхарани, она лучшая из йоги, она постоянно думает о Кришне, медитирует с открытыми глазами, куда бы она ни шла. Она всегда погружена в мысли о Кришне. Шанкар Бхагаван, он тоже йоги, но все же он, Господь Шанкар Бхагаван, это Анандадев. Ишвар значит, у кого есть Ишита. Тот тоже не отличен от Бхагавана в какой-то степени. Все могущество, которое есть у него, оно такое же, как у Кришны. И вот и еще особый титул. И вот здесь Ишвар, ну вот это все титулы Вайшнав. Ну когда Вайшнав, это значит Севак Виграха, тот, кто служит Бхагавану, как Шанкар Бхагаван. Шанкар Бхагаван, он Бхагаван, но также он великий Вайшнав, он служит Бхагавану, Джаганатху, и Баларам тоже он Вайшнав. И вот Баладев — это единственный, кто может принимать служение ото всех, даже от Кришны. Он служит Кришне и может принимать служение от Кришны. Он единственный, кто может делать это одновременно. Кришна Бхагаван, он массирует стопы Баларама во Вриндаване. Когда они идут пасти коров, Баладев, он, когда отдыхает, Кришна приходит и массирует его стопы. Если вы подумаете, то Кришна севактатва. Но я могу сказать, что Кришна Бхагаван, он служит Баларама, массирует его стопы. Это сева Кришне. Баларам, он принимает служение от Кришны, поскольку и Кришна доволен этим, и поэтому это получается служение Кришне. Также Баларам принимает служение от Кришны, поскольку Кришна счастлив служить ему. Иначе Баларам никогда не принял бы служение от Кришны, он наоборот бы служил ему. И вот если Кришна массирует лотосные стопы Баларама, это сева Кришне, поскольку что такое сева, чтобы объект нашего служения был доволен. Сева значит, если вы хотите служить Гурудеву Шриле Прабхупаде, мы должны найти, как мы должны служить, чтобы Шриле Прабхупада был доволен нами. Сева значит думать об удовлетворении севьи, объекта нашего служения. И вот когда Кришна массирует стопы Баларама, то это становится севой Баларама. Хотя внешне выглядит наоборот, что Кришна служит ему, а в тонком таком понимании это так. И вот он Адидев, Махайоги, Ишвар, и в то же самое время великий Вишнав. И мы надеемся, у нас есть великая надежда в нашем сердце, что Баладев, он великий Вайшнав. И поэтому, если мы молимся лотосным стопам Вайшнава Такура, он может уделить внимание нашим молитвам. У него есть особое. Which is the
Здесь вайшнав, вот тот, у кого есть особое внимание к падшим душам. Кришна не уделяет столько внимания. И поэтому в наших шастрах говорится, Кришна Даски Вираж Госвами пишет, что Джагамадха, что я более падший, чем Джагамадха. Я более... Вот Кришна Дас Кавирадж пишет о себе, что я более падший, чем какие-то грешники, хуже, чем черви в испражнениях. Вот он говорит, что я более падший, чем Джагамадха, хуже, чем червь в испражнениях. И нет никого, кто бы мог защитить меня. Единственный, кого я нахожу, это Нитьянанда. Нитьянанда единственный, кто может спасти меня. Он единственная надежда и поддержка в моей жизни. Если я буду говорить, обсуждать читание Бхагаватамы, найдем, что Вриндаван Дас Тхакура Махарджа прославляет Нитьянанду больше и больше. Вриндаван Дас Тхакура Махарджа, он сам выражает такое настроение, он хотел написать читание Бхагавата, но я вспомнил, в процессе я вспомнил столько славы Нитьянанды, и поэтому, ну, хотя по сути прославление Нитьянанды, оно равно прославлению Шри Чайтаньи Махапрабху, но Вриндаван Дас Тхакура, он так смиренно говорит, что хотел написать читание Бхагавату, написал Нитьянанда Бхагавата. Говорил о различных настроениях служения. Сейчас я буду говорить о его божественности. Тот, кто не отличен от Шри Кришны, от Гуранги. Вриндаван Дас Тхакура, он хочет прославить его настроение служения. До этого он говорил о его бесконечной силе Ишварати, о, как он, божественность.
И этот Нитьянанда, он защищает эту землю, а мы, глупые люди, не можем найти как эти все планеты поддерживаются на своих орбитах, как это происходит. Могут сказать гравитация там или еще что-то. В общем, наука не может объяснить, как Солнце, Луна, они и прочие планеты поддерживаются на своих орбитах и находятся там, где им нужно находиться. Здесь описывается, что и вот здесь описывается, что эта земля, она подобна горчичному зернышку. Если посмотреть со стороны Марса, это далеко очень, поэтому земля будет казаться такой маленькой. И вот теория относительности есть. Кто мы относительно этого бесконечно огромного мира? Солнце. Солнце, оно больше, чем Земля в 14 раз по 100 тысяч. Это сколько? 14, ну, миллион. Да, миллион 400 тысяч раз больше, чем Земля. Если мы будем думать, насколько, ну, смотреть на себя относительно всего мира, то мы не будем переживать о чем-то, поскольку будем видеть, что мы насколько малы относительно этого всего бесконечного мира. И вот эта теория относительности может помочь нам развить наше смирение. И когда вы разовьете смирение, вы сможете автоматически утвердиться в баджане. Как, например, какой-то муравей залез вам в штаны или в доти. Муравей может думать, что вы голые, но вы как бы не голые, просто с точки зрения муравья под вашей одеждой. Это так. То есть все относительно. Вот во время пахтания океана все страдали от депрессии, все полубоги и остальные. Думали, как мы можем спахтать этот океан, как эту гору притащить на место пахтания. Тем временем в общем, этих в общем, пытались эту гору для пахтания стащить. Тяжело было, кого-то там в процессе раздавили.
Бхагаван посмотрел на них и сказали, что невозможно, как ее дотащить. Вы не можете ее притащить даже, как вы пахтать будете. Хорошо. Бхагаван взял и перенес эту гору для пахтания куда надо. Спросил, так пойдет, да, и после этого. Потом эта гора утонула в океане, опять начали возмущаться, невозможно, но опять расстроились. Тут утонула гора, что делать? Тут Бхагаван опять позвали, что вот эта гора утонула, что делать? Ну подождите, сейчас вытащу. И Бхагаван принял форму черепахи, огромный, вытащил эту гору. Начали возмущаться, что веревки нету. Этого Васуки позвали. Ну, то есть в этой истории рассказывается, что ну, то, что обусловленные души постоянно какие-то проблемы в жизни встречают. Баджан не значит, что все будет благоприятно иногда. Или чаще всего база значит какие-то препятствия. Сегодня вот этот Рождество, тут празднуют везде, пробки, толпы везде. И вот, в общем, на сегодня его конец, там Махараджа, преданные ждут, хотят встретиться. Ванчакарта Прабху Сакхе Пасинду, Патитанам Павану.